Сорванный визит. Турция не пустила немецких депутатов на военную базу Инджирлик. Чем в ответ пригрозила Германия? Обо всем подробнее Татьяна Лагунова. Депутаты Бундестага – нежеланные гости в Турции. Анкара не разрешила группе немецких парламентариев посетить военную базу Инджирлик, где дислоцированы военные Бундесвера. Поездка должна была состояться сегодня, но буквально за несколько часов до вылета ее отменили. Отказ Анкары возмутил официальный Берлин-визит, ведь согласовывали и планировали заранее. Да и ничего особенного не просили члены комитета Бундестага по вопросам обороны. Просто хотели посетить немецких военнослужащих, которые принимают участие в операции против ИГИЛ в Сирии и Ираке. А именно обслуживают самолеты-разведчики. То, что депутаты не смогли посетить военную базу Инджирлик, хотя заранее это анонсировали, абсолютно неприемлемо для федерального правительства. Возмущенными заявлениями дело не ограничилось. Канцлер Ангела Меркель намекнула, Германия уже думает о выводе своих военных из Турции. Мы будем продолжать переговоры с Турцией, но в то же время рассмотрим и альтернативы Инджирлику. Бундесвер – это парламентская армия, поэтому депутаты должны иметь возможность посещать солдат. Альтернативные места дислокации – Иордания, Кувейт и Кипр. Турция уже не первый раз использует базу Инджирлик для политической мести и уже запрещала депутатам Бундестага ее посещать. После того, как немецкий парламент признал массовое уничтожение армян в Османской империи геноцидом. Нынешний запрет связывают с решением Германии предоставить политическое убежище турецким военным, которых Анкара подозревает в причастности к организации путча. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.